Да, вот еще не ничего не почку взял, но я сама могу взять, не переживайте. Ой, ничего себе, какие люди у меня тут цветочек были. Ты как сюда попал? Да в хорошем смысле, ладно, ладно. Как скучно ты живешь. Я скучно живу, потому что я не пью? Ну, не знаю. Не знаю, не знаю. Не сомневаюсь. Забыла, о чем речь, да ладно. Ислам, привет. Спасибо за лайки. Ваня, ты как меня нашел? Закрой было? Второй добавил. Запой, да блин, нет, я в принципе не этот, не пью, по идее. Всегда рядом. Как у тебя дела? Ну, на тебя вообще не дела. Где живешь? В Астане. Зря вы кажется есть. Я спасибо. Мне работы хватает. Очень увлекательное место. Нормально как-то. Я тоже хорошо. Давно тебя не видела. Очень давно. Сегодня раз, наверное, в сырых летах. Так, кто там писал, что скоро будет? Скоро. А, давай заезжай. Жду. Да, устроилась. И тебе привет. Блин, как у меня все находится. Увидимся обязательно. Да, заезжаем. Заезжай, ты не знаешь, где я. Я уже 1000 раз места поменяла. Куда устроилась? Ну... Не знаю, как сказать, до времени все заедем. Вот. Да, я поэтому никогда не поясню, где я, потому что очень много. И так какой-то неадекват, блин, меня где-то увидел, не знаю, выследил. Где я живу, ну я не знаю, может просто на моем районе меня увидел. И, блин, преследует меня возле магазина постоянно, возле дома. Когда я с магазина, ой, с работы приезжаю в магазин. Потом скажешь, где ты. Хорошо, обязательно. Кстати, я думаю, полезное для тебя место будет. Ну, я так думаю. Что-то не стёк. Спасибо себе оставьте. Я не пью. Красотка, да. Спасибо. Чё, надо на тебя подписаться. Вот, он на меня подписан, да, вот так. Я не говорю, что я идеальная, я не говорю, что я не такая, но у меня просто такой образ жизни, что мне тупо нет времени отдыхать. Да, ёпта, я не знаю, не знаю, я убью. И мне в целом, что курнём, но я гло. Это да. Это я могу себе позволить. Тогда не хлеб. Ой, бай, до свидания. Все хорошо. Ваня, ты чего рассказываешь? Тебя прям что-то вообще не видно, не слышно. Я думала, что это.
так не интересно. Но... Здрасте, здрасте, мальчик, здрасте. Я думаю, буду ничего, не знал. Что, еще надо будет снова? Так, вот. Все догорело. Что происходит? Где работаешь? На работе. Торговля. Ну, чё, пойдёт, чё, чё. Оп, всё знакомо. О, ничего себе, привет. Что, открылись? Полосы. Здравствуйте. Там все пенсии. Еще не понимаете. Ну вы же разговариваете. Это называется iPod. Третий. На третий, да? Третий, четвертый, не знаю. Как вас зовут? Я думаю, высокая. Ну, это такое. Какие растет? Ну, у меня вот эти. Ну, дети, которые...